В этом видео Акстар пранкует людей в чат-рулетке. Получилось очень весело и даже трогательно. Посмотрим на реакции людей вместе с тобой. Всем привет, это канал Акстар, и сегодня, притворяясь новичком, чат-рулеточки. Это будет очень сложно, потому что вы сами знаете, чат-рулетка — это боль. Я буду записывать это несколько часов, поэтому можешь поддержать это видео лайком. Ну и по традиции, разыгрываем 10 тысяч рублей среди тех, кто прокомментирует видео в первый час после его публикации. А итоги завтра в это же время в моем инстаграме. Подпишись, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра, чат-рулетка, погнали. Притворяясь новичком. Привет. Привет. Нужна твоя помощь. Такая история. Ну, неделю назад начал играть на гитаре. Mm-hmm. Вот, хочу... Зашел в чат-рулетку, чтобы люди оценили уже прогресс. Mm-hmm. Вот. Я тебе сыграю, вот скажешь, как тебе. Ну, вот что такое. Я тоже... Относительно недавно начала на гитаре играть, ну, полторы недели назад, так скажем. Mm-hmm. Честно скажу, это очень круто, потому что не у всех получается с такого маленького промежутка времени что-то сделать. Подожди, можно как... еще раз сыграю? Да, конечно. Развели меня. Я видела таких аферистов. Я хочу дослушать твою речь. Договаривай. Умеете сказать? Ну, ты говорила про то, что полторы недели и за короткий срок. Ну, в общем, очень тяжело чему-то научиться. Ты вообще сколько сам играешь? 9 лет. Понятно. Ну, вот. Вот, я... Как-то так. Я не знаю, что больше сказать. Ну, ладно. Ты аферист, в хорошем смысле. Притворяясь новичком. Парень. Так. Запомни, не тот волк, кто не волк, а волк тот, кто волк. Красава, вообще красава. Я тебя в ТикТок выложу. У меня, конечно, подписчиков не дохуя, но, блядь, залетит по-любому. Безумно можно быть первым. Безумно можно быть первым. Притворяясь новичком. Сейчас будет очень важно. Помнишь, я говорил тебе о самом большом гитарном событии? Так вот, наслаждайся. Хай, бро. Привет, Илья. Что у нас по рекламе? А сегодня рекламы не будет. Почему? Потому что я придумал кое-что получше. Я приглашаю вас на свой марафон. Гитара за 5 дней. Я научу вас играть на гитаре так же быстро, как кручусь на этом стуле. Но это же дорого. Да, но для моих подписчиков это бесплатно. На марафон сможет попасть каждый. Мы разберем песни как для новичков, так и для гитаристов с опытом. Поэтому скилл игры на гитаре прокачают абсолютно все. Кто-то скажет: а у меня ведь нет гитары. Это ты сейчас так думаешь. Но ты еще не знаешь, что на марафоне я разыграю целых 10 гитар совместно с Baton Rouge. Вы просто посмотрите на эти гитары. Продолжим. Марафон будет проходить в формате игры. Ты выполняешь простые задания и получаешь призы. Паша, что ты сделал? Я сделал сайт, на который ты можешь перейти по ссылочке в описании и узнать более подробную информацию о марафоне. Все уроки будут выходить в моем телеграм-канале, а марафон начнется уже завтра. Я жду именно тебя. Давай вместе учиться играть на гитаре. Только ты и я. Притворяясь новичком. Привет! Привет! Привет. Девочки, послушайте, пожалуйста. Хорошо, давай. Одну неделю играю, строго не судите, оцените, пожалуйста, хорошо? Хорошо, давай. Слушаем, давай. Ну вот так вот. Для недели очень хорошо, кстати. Слушайте, вот еще вот так умею, ну, типа, ну, может быть, знаете эту песню? Вообще, мало красиво.
супер, ты большой молодец, удачи тебе. Спасибо большое. Притворяюсь на ведь. Привет. Учишься в школе? Да. Слушай, запомни, если училка влепила тебе троечку, влепи ей двоечку. Притворяюсь новичком. Привет. Ты молчишь? Ага. Как тебе? Я тебя сейчас играю, оцени, пожалуйста. А почему ты прячешься за той шторкой? А, все. Ну как? Нормально? Могу еще так сделать. Сейчас. Что-то не очень мне получается, не надо мне было идти в музыкальную школу. Спасибо. Вот. Притворяюсь новичком. Привет. Привет. Слушай, можешь помочь, пожалуйста? С чем? Вот, ну я в музыкальной школе начал заниматься. Оценить просто, как играю. Да, давай. Смотрите, вот у меня преподаватель сказал играть нужно вот так вот. Куда хочешь? Особо не у тебя... У тебя гитара расстроена, мне кажется, нет? Гитара расстроена? Да. Угу. Я просто тоже играла на гитаре. А, тоже играла. То есть... А сейчас Нормально? После... первая, получается, да, которая самая такая... Это? Последняя, да. Ага. Ну да, вот. Расстроена. Давай дальше. Да, вот это. Ну, у меня такое тоже было. Ага. Слушай, ну, так? Я просто, хорошо. Если так вот гитару возьму, то как бы более-менее начало получаться, типа. Лучше? Да. Так получше, вообще, да? Вообще супер. Просто, видимо, гитару не так повернул. А чё к чему? Ты прикалываешься? Нет. А мне кажется, да. Он угорает. Притворяюсь новичком. Это Оксар! Это Оксар! Да? Стой! Это Оксар! Да ладно. Стой! Это Оксар! Да подожди, я стой! Я вот в ролик, у него куча! Маме привет, Ютубе! Маме привет, Ютубе! Можешь, пожалуйста, что-нибудь сыграть? Маме, пацана истерика, братан. Мама, привет, я в Ютубе. Да? Хорошо, я обязательно вставлю. Спасибо огромное, спасибо. Пока. Притворяюсь новичком. Привет. Слушай, погнали гитарный батл? Не спрашивай почему, просто погнали, окей? Окей. Давай дальше. Шучу. Чувак, это было круто, но okay. Что насчет такого? Что насчет такого?
Может, знаешь даже. Ну, давай. Не, слушай, ладно, чувак, я так не сыграю, сорян, так я не сыграю, но... Ты ж попросил. Как тебе вообще, я играю? Ну, в принципе, фингерстайл четко. Ладно, на самом деле, я тебя просто сразу узнал, я не хотел это говорить, но я тебя сразу узнал. Чувак, я стрел тебе видос на ютубе, просто охуенно. И... Кстати-ка, у меня тоже есть ютуб-канал, могу сказать, да? Могу это сказать? Ну, давай. У меня тоже есть ютуб-канал, называется... Почти музыкант. Как? Вот. Почти музыкант. Почти? Почти музыкант. Понял. Окей. Окей, вот. Я там тоже, типа, снимаю видосики такое. Ну, так что так. Ну, да. Если что, ребят, зайдите, посмотрите, может, прикольно. Ну, в принципе, играет классно. Ладно, я побежал. Почти. Дальше. Давай, просто давай, я тоже. Ролик записываю. Притворяюсь новичком. Привет, в общем, у меня такая проблема, я... Начал играть недавно на гитаре, я не знаю, получается или не получается. Можешь, пожалуйста, послушать? Да, давай. Вот. Ну, как нормально, вот я занимаюсь уже, получается, третий год. Ну, для трех лет не очень. Ну, могу еще вторую сыграть, как там забыла. Отлично. Спасибо. Кстати, ребята, по промокоду AXSTAR вы получите скидку 5% на гитары Baton Rouge по ссылочке в описании. Также не забывайте про мой марафон «Гитара за 5 дней». Научим тебя играть классно и быстро на гитаре. Все подробности в описании. И спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, если тебе понравилось это видео. Давайте наберем 150 тысяч лайков. И я снова выпущу еще рулетку, придумаю что-нибудь прикольное. На этом все. Я пью за вас водичку. Всем пока. С вами был AXSTAR.